Всероссийская акция «Студенческий десант» в 2017 году проходит с 20 по 24 января и заканчивается буквально накануне Татьяниного дня, который, как известно, является Днем российского студенчества. Во вторник между муниципальным управлением МВД России Одинцовская и первый городской отдел полиции посетили около 30 первокурсников Одинцовского филиала Международного юридического института. На место совершения преступления выезжают сотрудники, непосредственно производится фотографирование, исследование. Ребята смогли изнутри увидеть работу полиции. Им показали святая святых любого подразделения, дежурную часть, куда стекается информация обо всем, что происходит на территории Одинцовского района и откуда ведется оперативное управление находящимися на маршрутах патрулирования нарядами. Два монитора, туда поступает звонок, помощник оперативного дежурного принимает этот сигнал, также направляет необходимые наружные наряды. Десантники побывали и в центре видеонаблюдения, куда собирается информация с десятков камер, установленных на территории района. А затем перешли в здание первого городского отдела полиции. Здесь расположен уникальный музей. Экскурсию для студентов ввел один из самых заслуженных правоохранителей района, член общественного совета Александр Тарасов. Он рассказал гостям много интересных историй из своего личного опыта. Такого не найдешь ни в одном учебнике. Закончился визит доверительной встречей с заместителем начальника управления по кадровой работе Дмитрием Щебуняевым, который поздравил ребят с первым в их студенческой жизни Татьяниным днем. У вас будет в будущем, скоро, после первого курса, конечно, нет, а вот после второго курса стоять выбор о прохождении практики и о чем-то своем будущей какой-то профессии, вот я вам рекомендовал бы и посоветовал бы прийти на одну из практик к нам в управление. Благо, мы всегда с нашими одинцовскими вузами взаимодействуем. Конечно, не все студенты-юристы в последующем свяжут свою судьбу со службой в полиции. Но в любом случае такой опыт является полезным и в будущем обязательно пригодится. Много что узнала, много что увидела. Также вот это вот раскрытие преступления впечатляет. Ну, мне понравилось, я хотел пойти в полицию и буду стремиться к этому. Ну, сначала в армию, конечно, пойти, а потом уже служить в полицию. В свою очередь и ребята в управлении приглянулись. Они задают такие вопросы серьезные. Они интересуются. Ну, на первом курсе учатся. То есть дети, вроде бы дети, а они уже взрослые дети, они понимают все. Поэтому очень приятно даже было вот с ними общаться и разговаривать. И быть, то есть, я думаю, что наше будущее в надежных руках будет. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».